Всем привет! Это видео о том, как правильно выкладывать гипсовую плитку на стену. Можно самостоятельно делать вот такую плитку, а можно, конечно, купить. Для того, чтобы плитка держалась очень долго, ее нужно предварительно прогрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения. Не забываем грунтовать стену. Приятного просмотра! Куча роликов пересмотрел, люди советуют клеить на гипсовый клей. Но я приклеиваю плитку на жидкие гвозди. И да, плитка не должна оставлять следы на пальце. Проверьте у себя. Прошло уже 5 дней, посмотрите на результат. Ни одна плитка не отвалилась. Пользуйтесь. Ну а если понравился видос, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Всем пока!